приехали на работу или снова. Смотрим, как всегда, результат матча. Вот, я на Чехию ставила 1-3, но выиграли 2-1 вроде. Бельгия-Португалия 1-0. И тоже ставила на Бельгию. Вот тут 1-0. 1-0. А тут 1-2. 1-2. Вот. А Марик Поц ставил на Нидерланды 3-1, на Бельгию 2-1. Короче, он не угадал один матч. Ни счет, ни матч, один на Бельгию ставили. Следующие матчи — Хорватия, Испания, Франция, Швейцария. Мы посмотрим, что будет. Вот так это. Я делаю кофе. И будем ехать работать скоро. Вот Марик, ты что, куришь в машине? Фу. Сколько можно меня обзывать? Ты меня постоянно обзываешь, либо посылаешь. Ну куда? Куда? Зачем ты так делаешь? Тебе не стыдно? Что ты обзываешь меня? Что ты обзываешь меня? Я никогда не обзываю. Тебе не стыдно? А что ты только что показывал мне? Ты первая показала. Я нет. Ну так что? Мне не стыдно? Нет. Аббас, Мансур Аббас, я продвигаю политический мирный процесс. Когда я на тебя обзываюсь, то все люди пишут: ой, бедный мальчик, зачем ты его... Я тебя вообще никогда в жизни не обзываю. Да ты что? Включить тебе видео? А ты убери этот телефон. У меня есть доказательства стопроцентные. Весь YouTube слышит это. Где хоть бы что? Бесстыжий. Все, поехали работать. Иди, открой ворота, а то сейчас будут звонить и говорить: откройте ворота. Когда позвонит, тогда позвонит. Ну так мы поедем. Поедем этот, на работу сразу. Надо выгружаться. Ну давай. Мы вчера купили, сейчас покажу, что. Давай, это у меня чайник закипел. В шестых классах дети не торопятся идти. Вот такие купили. Рулетики. Пистолетики. Где мои маски? А вот мои маски. Стаканчики. Рука помощи. Рука помощи. Маскочки. Начали помогать в разборе завалов на месте обрушения. То, что могла унести, унесла. Больное морчало. У меня чайник закипел, надо срочно делать. Что тебе принес? Вот это. Кого? Вот это я тебе принесла этот моющий. А. Understand? Вот кто мне принес? Кто мне может принести что-то в этом мире? Тут странно, смотрите. Тут есть масло, тут нету масла. Сахар. Непонятно. Так, что делай кофе. Модный ест. Кисель с манкой и с орео, смотрите. Называется «Обрыгайся и умри». Куда ты, зачем ты печеньки накидал сюда? Да ты накидал. А что ты не кушаешь печеньки? Не хочу. Почему? Это же орео. Там написано, как же там говорится, нам намочи, облизни, окуни, облизни, как-то так. Ну блин, Марик, так и надо есть, надо, короче, мочить, а потом кушать. Мочить тебя надо. Так что давай. Сортили. Опять ты меня обижаешь. А что ты начинаешь? Что я начинаю? А ты кто накидал печенье? Так вкусно же. Взял эти и снимаешь. Так вкусно же. Не знаю, я не хочу это. Почему? Попробуй вкусное печенье. Самое лучшее печенье в мире. Марик. Мы работаем, я забыла показать. Туннель наш. Красивый. Сейчас будем проезжать красивый туннель. Правда, там темно. Уже почти сделанный туннель. Едем дальше работать. Работы куча. Только работа и работа. Целый день. Да, Марик? Марик. Марик. Целый день работают одни аристократы, это генераты.
Мы к кому относимся? Ко вторым? Ни к тому и ни к тому. А чё? Вот целый день не работаю. А что ты делаешь целый день? Муму. Муму? Вот тут надо снять кекер. Нужно снимать. А тут еще и сот надо снимать. Снимай. Да, сейчас я пошлю с призмой, будешь снимать. Снимай. Будешь много говорить. Снимай. Будешь много работать. Снимай, снимай. Вот нишу, которую без нас поставили. Вот. Вот наш туннель готовый. И свет в конце туннеля. Прям красиво так свет в конце туннеля. Оп. Вот такие дела. Едем направо. Вот тут направо ниша вот такая. Все продумано. Все через одно место сделано. Так вот строят в туннеле в Израиле. А то не думали, что там супер нанотехнологии. Ага. Я его слепила из того, что было, называется. Что, плохой туннель получается? Никто. Ну как плохой? В конечном итоге. В конечном итоге, сколько он протянет? Много протянет, сколько он протянет. Посмотрим. О, бухамиска идет. Едем дальше по нашему туннелю. Она бухамиска идет. Да это бухамиска. Да. Сейчас спросим, как дела. Бухамиска? Как дела? Манишма. Маефа. Эфонхим. Ага, да. Мониторинг. Мониторинг. Царик слип? Мониторинг. Арба? Коби? Попоби арба? А, арба все заем. Да. Что? Попоби ловит. Ловит. Я царик вода ем. Царик слип? Да. Да? Окей. Хорошая бухамитка, видите? Так что, может, мы пойдем снимать бетон, София? Что, у нас время есть? Пойдем, конечно. Сами себе придумаем потом работу. Надо пообедать и... В магазин съездить, на базар съездить, в каньон съездить. Сначала надо пообедать. Какое? 9 часов? Послушай, сначала надо пообедать, чтобы потом расстрелить. После обеда пройдет полчаса, пойдем бегать. Не, мы это. 2 часа пройдет, пойдем бегать. Мы, короче, сегодня едем сейчас в супермаркет, потом пообедаем, едем на базар, а потом едем на каньон. Ты понял? У нас сегодня очень много работы, все. Говорили, нет работы, вы понимаете? Надурили. Но есть работа. Сейчас Марика ищу. -20. Вот и работаем. Теплопровод сорвано. Ну все, цепляй. Хорошая работа полным ходом. В общем, поработали. С Мариком невозможно работать иногда. Аж бесит. Давай. Рассказывай. Я ему рассказывал. Эфис, он говорит, есть еще 2 сантиметра. Ну, говорит, ты что, мозгов, я ему говорю, нету. Я нарочно, я ему говорю. Нормально все. Ты представляешь? Это так делают в Израиле, дороги, туннели. Вы поняли? Так. Я его слепила. Это девиз этого туннеля, я его слепила из того, что было. Расскажется. Поехали быстрее отсюда, нами сверху сверлят, но их в одно место. Сверлят рядом, в этом туннеле. Что, рободрил там стоит? Наверное. Так что... Там Асунта вон ходит. А? Асунта? Или нет? А, нет, это не Асунта, это... Матас. Это Салах катается. Добивай. Салаху надо было бы походить, а он все катается.
Да, будет он тебе ходить. Чё ты? У него сало много. Вот, ладно, едем все обедать наконец-то. И 2 часа дня мы едем обедать. Потом едем не знаю куда. 7. Едем с Мариком на базарчик. Наконец-то. Я его уговорила отвезти меня. Отведу душу. Деньги все потрачу. У меня немножко, правда. Марик. Mm. У меня всего лишь 300 шекелей. Сколько? 300. Ну так что, это плохо? Но нет, как раз я больше не потрачу. Вложусь. 100 долларов. Зачем разворачивать нам прямо, что надо? Нет. Надо повернуть налево. Зачем? Ты ж меня прямо на улице высадишь и поедешь. А я тебя подвезу к базарчику почти. Так а по той улице можешь подвезти, нет? Ты хочешь, чтобы я поехал? По главной? Ну да. Куда я могу по главной поехать? Вот сюда по кольцу и на этот налево. Вот смотри, вот смотри. Вот смотри, я поворачиваю сюда. Вот там находится базар. Да? Да. Ну хорошо. А ты мне позвонишь, и мы встречаемся возле магазина. Я еду, ищу место для остановки. Но мы созвонимся, где мы встречаемся. Да. А, я неправильно поехал. Ну, я же тебе сказала. Ёп. Что прямо надо было мы ехать. Мы так с тобой ехали однажды. Ну, это вела... Нет, следующая да. улица повернуть направо. Вот. Следующая? Да, туда. И вот так вот с той стороны базара. Да прямо надо было ехать просто. Блин. Сука, теперь уже... Он... О, еще один едет на милочку. Она, там дебил, нихера тебе. Ты женщина. Дебилушку с такими грудями. Вот ты сказанула. Нашла дебилушку. А может, из моей найдем место? Мы сейчас прямо не поедем. Мы должны повернуть налево. Прямо это базар. Ну, прямо это базар. А зачем тебе налево? Ты думаешь, где-то найдешь место? Я думаю, что где-то найду место. Смотри, дебилушку. Вон полиция. Вон эти, которые штрафы выписывают. Ой, тут все, приехали. Нет, как, это что, тупик? Не, нет. Машины стоят. Какие тут дома подожди, прикольные. Подожди, этого не может быть. Да нет, стоят машины. Там кто-то разворачивается или что. А он водитель вышел, наверное. В общем, как обычно, ладно, все, идем на базар. Нет. Приехала я на рынок, иду. В общем, это вы увидите в следующем видео. Хорошо, что тут все без масок, поняли? Типа, это же не закрытое помещение. А на улице, но без масок можно ходить. На улице жара, конечно, еще. Да. Ну, что туда. Я чисто машинально. Тут направо, тут налево, значит, мне в ту сторону. В обратную ехать. Слышишь? Я такое место нашел. Мама ее. Да давай поедем туда еще раз. Поедем. Я такого, я еще такого... Ну, я по базару быстро зашла, это, там видео чуть сняла. Потом, короче, хотела купить личи. Я так и не купила, потому что там зелененькая. Смотрю, тетка попробовала, не захотела покупать. Думаю, ладно, не буду покупать. И этот, купила манго по 14 шекелей килограмм. Телепортировались с Мариком обратно в туннель, потому что позвали нас. Звали нас работать, но мы не договаривались ни с кем, что мы уезжаем, что нет работы. В принципе, мы ожидали, что могут позвать. Вот, поэтому я быстро скупилась и, короче, приехали обратно в туннель. Сейчас поработаем и поедем обратно в офис. Я не знаю, в каньон уже не поедем, потому что сейчас уже 5 часов. Сейчас пока выйдем, будет 5:30, может, я еще перекушу, не знаю. Ну, короче, я хотела еще в каньон поехать, но уже не поедем. Даже 100 шекелей я не потратила на рынке. Потому что мне позвонили прямо на рынке, сказали, что надо ехать, ну, типа, через 40 минут, чтобы я приехала. Ну, окей, я приехала, в принципе, вовремя, на 5 минут опоздала, но ничего страшного, и то, сижу уже здесь, жду 20 минут, пока там закончит работать. Вот такие дела. Так что, ладно, что купила, я уже покажу в следующем выпуске, точнее, в выпуске про рынок. И все, всем спасибо за просмотр.